Я нахожусь на стенде компании Annabelle Arto на выставке Kia Fashion. Здесь Анастасия Дулина и Андрей Дулин, владельцы компании. Сейчас мы с ними поговорим о том, что нового произошло, ну и вообще, что делается в компании. Потому что это лидер украинского рынка, и не только, это уже международная компания. Они, надеюсь, расскажут подробно, где и как открываются магазины, какая продукция, как с ними сотрудничать. То есть вот сейчас давайте будем знакомиться. Здравствуйте. Да, Анастасия, Андрей, руководители, владельцы компании, которая поражает темпами развития и становится уже международной. Да, я уже тут сказал, где вы представлены сейчас, в каких странах? Украина, Россия, Казахстан, Белоруссия, Польша, Болгария, Германия. США есть? Америка. Америка есть. Вот я не ошибся. Молодцы. Там... В разном формате. Но... Да, но присутствуете. Где есть открытое представительство? Где еще? Где есть агент? Да. Есть агент уже, который работает. Впечатляет. Очень-очень большая динамика. Хорошая динамика. За счет чего вы так вот быстро, успешно развиваетесь? Потому что вы уже на слуху, вас уже обсуждают. Вот, марка известная. Экономическая ситуация в Украине заставляет двигаться вперед. Экономическая, она улучшающаяся ситуация в любом случае. Последнее время, да. Положительная динамика, поэтому... И вы транслируете эту динамику через свое производство. Давайте, мы поговорили о том, где вы. Теперь сам продукт. Сам продукт. Что нового? Какие-то направления новые? Что появилось у вас? Представляем коллекцию купальников 2017 года. Белье. Осень и весна. Весна-осень 2017 года. Так. И из новинок, что в прошлом году у нас не было. Вернее, в прошлом году мы впервые начали это производить. Это лицензия на товары с изображением Гапчинской. Гапчинская – это популярная украинская художница, которая очень нравится дамочкам. В России ее не знают, а здесь она очень популярна, да? Нет, в России тоже есть лицензиат Гапчинской. Это не мы. Мы продаем в Беларуси, Казахстан. Это все ее... Ну, как покупают Диснея, да, изображение, так вы вот это вот покупаете. Вот, ну что ж, это вот тоже весна. Милый персонаж. Весна следующего года, да? Где покупальник? И что там? А, купальник каталог? Да, ну так что в кадр оно попало. Да, давайте. Можно полистать немножко. Помоги. Придержи. Красиво. Свадебная коллекция. Уже ваш представитель в России, Елена, рассказывала, был у нас репортаж с выставки Линжери Шоу Форум, она там рассказывала, показывала эти купальники, из чего сделаны, какие цены, она все рассказала. Так что кто нас смотрит сейчас, может опять же на Ютубе посмотреть другой ролик, с репортаж с Линжери Шоу Форум. Да, прекрасный презентационный такой каталог. Еще одно новое направление – это трикотаж, кофточки с кружевами. Давайте посмотрим. Это такие классические, красивые модели для офиса, для… Кофточка для леди. Для леди. Да. Ценовой уровень кофточек этих? 240 гривен, вот где-то. 240 гривен – это меньше 10 долларов. Во! Это оптовые цены. Ну, оптовые цены, да. Ваша отпускная цена. Вот посмотрите, прекрасная. Это там вискоза или состав? Очень качественная вискоза. Есть вот в черных, а это модал. А, это модал, да. Прекрасно. И цена такая удивительная. Молодцы. Это коллекция следующий год тоже, да? Коллекция классического белья, она у нас делится. Ну, это изысканное, классическое какое-то, да, ты не скажешь. Коллекция, вот то, что в цвете шампань, и коллекция красная и черная. Красная и черная, да, прекрасная коллекция. Она уже есть для заказа или будет вот с весны где-нибудь? Вот это вот сейчас прям в производстве.
вот эти вот три модели, вот это уже начали получать, а это буквально выходит в сентябре. Это весна следующего года, только вот первый экземпляр пошли на выставку. Ой, для хороших магазинов и для собственных. Кстати, о рознице. О рознице, собственно. Ведь уже открываются магазины Annabelle Arto. Что в России? В России есть несколько магазинов в Краснодаре, в Ростове и в Москве. Они ваши или это франчайзинг? Это, в Краснодаре и в Ростове наши, а в Москве франчайзинговые. Значит, обращаться по поводу франчайзинга к кому? К вам, как Елене головной? Морозовой. Можно к Елене Морозовой в Ростов-на-Дону. Да. Так, есть ее координаты? Давайте я покажу. Это что? А, презентация франшизы фирменного магазина Annabelle Arto. Прекрасно. Все расписано, все есть. Общее количество магазинов уже под вашей вывеской. Вы считали, сколько? Около 40 так. магазинов еще открываются. Есть много... Андрей, давайте, там цифры есть. Давайте я их покажу. Много контрактов. Уже заявки есть, да? Ну вот смотрим. Финансовые. Да. Да. Люди рассмотрят. И потом обратятся. Там сайт у вас есть? Да, да, да. Так, в Киеве скажите адреса, я завтра схожу и посмотрю. В Киеве у нас сейчас 9 так, можно... магазинов уже. Сейчас, вот к кому обращаться. Не, ну, а, это, в России это... можно, у нас Елена Морозова. Она да, тоже... но здесь ее вот нет, все это да, ну, то, что по Украине. Да. Украинцы тоже нас смотрят, я ну, уверен. Так, и адрес Елены Морозовой. Здесь есть где-нибудь? Я его покажу на камеру. Чтобы люди сразу уже могли знать, куда обращаться. Потому что ну, я давно на рынке и всегда могу высказать свое мнение о продукции, которая будет, я думаю, адекватным. Прекрасно. У нас из новостей таких поменялись цены на колготки. Колготки у нас украинского производства, производит там новомосковская фабрика. У них изменили закупочные цены в связи с тем, что долларовая составляющая уменьшилась, потому что зарплату люди получают в гривнах. А что, дешевле стали? Дешевле. В этом сезоне стали колготки дешевле. И сколько, если не секрет? В долларах. В долларах, да. Приблизительно на 20%. И средняя цена? 270. Кстати, журнал «Белье и колготки». Да. Где можно было найти да, информацию где, вот мы смотрим, Ростов-на-Дону. Вот я сейчас. Пожалуйста, обращайтесь. Елена Морозова, руководитель представительства. Так, и что там по колготкам у нас? Ну, цены приблизительно 36 гривен, 34-36. Это полтора доллара. Моноплет и лайкра двойного кручения. 34 моноплет, 36 лайкра двойного кручения. Утяжка около 48 гривен. Ну, меньше $2. То есть, ну, цены стали приятнее гораздо. Хорошо. А по ценам на вашу основную продукцию от и до? От 360 за комплект. За комплект. 360 – это приблизительно $15, и да? 400 с лишним. Ну, меньше $20 – это самая, самая высокая цена. Да, в долларах порядка от 6. Это комплект. 16-18 долларов. Сегодня тоже люди. Это уже последний день работы выставки. Вчера и позавчера не смог подойти даже, потому что у вас столько здесь было людей, не хотел отвлекать. Вот. Но я думаю, что наши зрители получили представление о компании Annabelle Arto. Кто не знал, а кто знал, он еще раз убедился в том, что на верном пути, сотрудничая с вами. И следующим этапом покажем ваши магазины. Я как раз хотела сказать, что процентный. Даже в штуках. И в штуках, и в деньгах, в долларах имеется в виду, не имеется в виду в гривнах. Вот, видите? Вот, поэтому это очень радует. Да. Мы, ну вот Россия в последнее время подтянулась, и нам это очень приятно. Ну, это очень хорошо, потому что рынок продолжает падать, хотя сейчас падает незначительно, где-то на 5%, потому что уже основной обвал произошел. И рынок при падающем рынке, если вы растете, это показатель просто прекрасный. Значит, только единицы имеют такие. Прошлого года, а вот в России где-то в мае. То есть нас порадовало это в России. Я пожелаю вам дальнейших успехов. Будем за вами следить, за вашими успехами и их транслировать рынку. Спасибо огромное. Спасибо вам.
Очень приятно было пообщаться. До следующих репортажей. И я иду в ваши магазины показать их и покажем в журнале. Да, приходите в Гулливер. Гулливер, торговый центр. Да. Все, завтра буду. Спасибо.